Татарстан. И вот, наконец-то, состоялся мой первый мастер-класс по художественной татуировке. Первым делом я попытался, и думаю, что у меня это неплохо получилось, смотивировать людей, показать им, что не все так сложно, не все так запутано, не все так страшно. Нужно просто верить в себя. Первым делом татуировка должна нравиться. Ты должен получать кайф от того, что ты делаешь и как ты это делаешь. Если дело любимое, устаешь меньше. Никому не нужно тебя поднимать с кровати и говорить: иди работай, иди делай татуировку. Ты хочешь сам развиваться, хочешь сам познавать новые стили, новые возможности. Хочешь больше нового, хочешь расти, хочешь развиваться. И это правильно. Возможности вокруг нас, они нас окружают. Просто нужно взять и воспользоваться ими. Когда я начинал, не было таких возможностей, не было мастер-классов, не было интернета. Все приходилось делать самому методом проб и ошибок. В наше же время и с новыми технологиями, и с новыми тачками, и с множеством красок, и с множеством выбора можно сделать все, что угодно, купить все, что угодно, найти все, что угодно. Легенько макнул в легкую краску плюс стаканчик и наоборот, раз. И слава богу, есть такие мероприятия, как мастер-класс, где можно прийти и взять себе базу, взять себе знания, задать любой вопрос, получить на него ответ внятный. Не нужно искать часами или пытаться сделать годами то, что можно узнать за 10 минут. Всегда нужно расти, учиться и развиваться. Вот это все. Люди приехали самые разные, из самых разных городов. Было очень приятно познакомиться. Все оказались очень дружной компанией, всем был рад, со всеми сдружились, нашли общий язык, поймали волну. Ведь самое главное — это окружение. Если люди, окружающие тебя, верят в тебя, верят в твою мечту и идут по той же дороге, что и ты, значит, вам по пути, значит, вы вместе, значит, будет легче. Моделью был мой старый знакомый, мой кентик Юра. У него от меня уже много татуировок, также про него есть некоторые видео на моем канале. У него спина цветная, cover-up, рука в Японии, также нога в черно-белом, зверей делаем ему, скоро закончим ее. И вот начали забивать вторую ногу. Рисунки Юра подбирает себе уже сам, он уже достаточно понимает в татуировке, в стилях и в том, чего он хочет действительно. Мне остается подкорректировать его желание или даже сразу согласиться. Юра красавчик, он может долго лежать, сидеть, быть на сеансе не один час, рекорд у нас 7 часов подряд били мы. Юра чемпион, поэтому на моем первом мастер-классе был именно он, за что ему большое человеческое спасибо.
Работал я машинками Вавилова. Паша мне всегда помогал, помогает и будет помогать. Тачки у него классные, бил я модулями. Ссылочки на машинки, модули будут под видео. Использовал в работе слайдер, прямоход, иглы 5RL, 15RM и 23RM. Также, по-моему, 9RS-ка. Всю работу мы не успели закончить, потому как работа большая, уже понятно было, что это на 2 сеанса. Можно было напрячься, раз один масштабный сеанс сделать, но вокруг меня были люди, которые хотят знаний, которые задают вопросы. И нужно было комментировать, показывать, рассказывать, показывать нюансы насчет игл, насчет машинок, насчет красок, насчет всего-всего. Главной целью мастер-класса было донести людям, что соперников нет вокруг. Главный соперник – это ты сам. Сегодня нужно быть лучше, чем вчера. Некогда оглядываться или смотреть по сторонам. Нужно всегда идти вперед, всегда учиться у крутых мастеров, всегда видеть, как они работают, чем они работают, как у них это получается. Учиться нужно у каждого, но никому не подражать. Мы будем расти и развиваться в правильном направлении. Мы станем лучше. У нас будет все хорошо. Уделили свое время также нам мои клиенты, друзья. Они нашли время посетить мастер-класс, показать работы. Некоторые были закончены, некоторые старые, некоторые в процессе. За что большое спасибо. Приходил Миха, приходил Тоха, приходил Бек, мой Кент тоже. Много было друзей, много поддерживали меня. Жене спасибо отдельное хочу сказать. Все рады были, что такое событие будет у нас в городе, и очень приятно за теплые слова, за теплые письма, за поддержку. Тигр моя, опа. Нужно было, конечно, позвать больше моих друзей, клиентов, показать много работы. Вот этот момент я немножечко упустил. Нужно было собрать армию или хотя бы банду из 10
человеке и с рукавами, со спинами. Было бы эффектно, было бы интереснее немножко. Но этот момент мы учтем. И думаю, будет еще будущее у нас неплохое. И там мы эти все желания свои исполним. Работалось легко, атмосфера была хорошая, всем все понравилось, все было хорошо, приятно, все остались довольны. Хочу еще раз сказать всем большое спасибо, кто принимал участие, кто поддерживал меня. Отдельный привет моей жене, красавице, и братухе куму моему, Динамо, обнял. Ставьте лайки и подписывайтесь на канал. С вами был Димон. До скорых встреч. Дальше будет интереснее. Фотографирую чиз. А ты что, Юра? Что ты там делаешь? Потому что люди сейчас опоздают на ботики за наши фотографии. Положи здесь. Стой, а я вот здесь буду. О! Вот так, хорошо. Отлично, все, спасибо. Ура!